Кириал Маарулал, байбихули буго нижер иргадула передача элде. Дахабт себет олабго Россиях одохабуна Совет Союза шул бахарчи. Киебилиб ранга шул капитан. Севериев флота шул хетрук онхвадулил гумузул дивизия шул командир. Монахал чуреяв Мухаммад Хажиев гавуралдаса нусилда анцкосонт убай. Хелда бан Россия шул шахаразда вани хе республикалдат оритана юбилея шулал тадбирал. Мухаммад Хажиев рак алишезевел ху хурмат алда уцарал тадбира за ахалхи абизерач он рук ана Мурманск областта ху Хажиева шахаралда савакил забеги. Республика ху тах шахаралда сабай бихараб хеб тадбира раал дебакхана Мухаммад Хажиева сулват ан гуниб района ху мухуб росул. Мухаммад Хажиев сул юбилея шу хурмат алда уд сараб тадбир нежецаг игубут айлда са уд сараб кад ибет лезирак алды кханам. Жак анужралахи зебегула передача айлхулт от себесте бут айлхук. Ханимко абизин, эмер милят ал дандирак арараб, данди хихабуги шу, аслиев куцаш хеб унебук ана урус матсалда. Махач Калайлда Бахарчия су хурмат алдат урид аралдан дилхабаза сахадур хурмати алхалбал Кабулгаруна Гуниб районаш. Хезда данч ойхабуна Гуниб районаш су Нухмашулев Ахмад Мухаммадова субит ирхиялда Гунис сезу жамааташ. Ралахизин тадбир алдаса цоцу лахса тазуқ. Белые журавли.
Коларах та камураловаса, Киргорохун хечин ханабат хечин, Минутун рикада кашелизобазада, Кахакун краял дерусун рогила. Вад ани абрахда хварал рагук хабазул хурмат алдебара памятник алдат сирет ухтул гильхун Ахмад Мухаммадовас Абуна. Вы знаете, буквально месяц назад наша делегация Гунибского района и от Республики Дагестан мы были на гостеприимной Мурманской земле, где проходили мероприятия по юбилею 60-летия города Гаджиев. Этот город назван именем нашего земляка, именем нашего героя, первого героя Советского Союза Республики Дагестан Магомед Гаджиев. И сегодня вот эта делегация, большая делегация Мурманской области, представители Республики Дагестан, оттуда с руководства сегодня здесь. Я хочу предоставить слово мэру города Гаджиева Семену Михайловичу Кауру. Дорогие мои гунибцы, я уже второй раз у вас уже стоял у этого памятника и прекрасно помню ваше гостеприимство, вашу любовь. И эта любовь, она у нас в городе вместе с вами находится. И мы любим и помним о вас всегда. И поэтому все те мероприятия, которые проходят у нас, мы всегда вспоминаем, что есть такой южный форпост России, Гунибский район, село Мегеп, куда мы сейчас поедем. И поэтому мы всегда, вы должны помнить и понимать, что мы всегда с вами вместе. И мы с удовольствием сегодня приехали. Я привез с собой сотрудников нашей администрации, которые знают и хотели бы тоже увидеть и посмотреть это все. Поэтому мы с радостью вас приветствуем, и я вас искренне поздравляю с прекрасным праздником, с юбилеем, 110-летием великого человека. Человека, которого знает весь город, начиная с детского сада и заканчивая самыми пожилыми гаджиевцами. Мы искренне признаемся вам в любви, потому что вы, как никто другой, знаете и понимаете, кто такой был Магомед Амадутдинович Гаджиев. И мы третий день находимся на этой святой земле и искренне радуемся тому, что мы действительно здесь и имеем такую возможность разделить этот праздник. Я вас всех поздравляю еще раз, рад вас всех приветствовать и передаю вам, наше северное гаджиевское приветствие. Праздник! Присутствует представитель командования подводных сил Северного флота, заместитель командира дивизии атомных подводных крейсеров Александр Григорьевич. Разрешите мне предоставить ему слово. Спасибо. Дорогие друзья, получив приглашение присутствовать на этом праздничном мероприятии, командование подводных сил просто не могло не откликнуться и не прислать сюда своего представителя. В частности, им являюсь сейчас я. Я второй раз на Кавказе, но первый раз в ваших краях. Замечательные люди, замечательная природа, замечательный воздух. Герои, которые воспитала эта земля, герои, которые вы дали Российской Федерации, Советскому Союзу, прославили имя и прославили Дагестан. И одним из имен этих прославленных героев называется наш город, город за Полярным кругом, город Гаджиево, который в настоящий момент является столицей подводных сил Северного флота. И подводники Северного флота на протяжении уже нескольких десятилетий не только над просторами Мирового океана гордо несут Андреевский флаг, но и имя Магомеда Гаджиева. И сегодня от командования подводных сил Северного флота я поздравляю вас со 110-летием, со дня рождения нашего прославленного героя, и желаю всем жителям Гунибского района счастья, здоровья, процветания и мирного неба над головой. Дорогие друзья, сегодня здесь среди нас присутствует и наш почетный гость и Дагестана, и Гунибского района,
Человек, который очень много сделал для того, чтобы этому городу вернуть имя Гаджиева. Он был скалистый, Мурманск 130, город секретный, поэтому его могли как угодно назвать, но Владимир Ашотович сделал очень многое для того, чтобы этот город назывался именем нашего земляка Магомед Гаджиев. Владимир Ашотович, подойдите сюда. Поприветствуем вас. Спасибо. Я здесь был в 1997 году. Тогда была примерно середина по времени работа по возвращению городу имени вашего земляка и прославленного выдающегося подводника, советского подводника Магомеда Гаджиева. Мы были здесь у этого памятника. И через два года, в 1999 году, вот эта работа, пятилетняя работа, она завершилась федеральным законом о переименовании города Скалистый и расположении закрытого образования Скалистый в город Гаджиев. Гаджиево – единственный город Российской Федерации, названный именем подводника. Единственный город Российской Федерации, ну не считая Дагестана, названный именем Кавказца. И первый город в Российской Федерации, переименованный федеральным законом. Магомед Гаджиев – это выдающийся подводник. Я вам скажу, вы, наверное, спросите, а почему ты занялся этим? Когда-то еще в 1994 году я был капитаном первого ранга, когда впервые мы начали эту работу. Героев много. Советского Союза в том числе. Но Магомед Гаджиев выделялся среди всех. И признанием ему, вот именно вот этому человеку, признанием было то, что нет в Мурманской области ни одного города, который не имел бы улицы имени Магомеда Гаджиева. Даже в Антарктиде есть бухта имени Магомеда Гаджиева. Хотя он там никогда не был. Я хотел бы увидеть, мне 70 лет, я хотел бы, может быть, лет через 10, если я доживу, увидеть, чтобы на юбилей Гаджиева, на 120-летие, приехали еще больше десятка молодых офицеров, морских офицеров, подводников из Гунибского района. У нас и так сближаются расстояния между Мурманской областью и Дагестаном. С каждым годом все ближе и ближе. Делегации приезжают туда-сюда. Там все знают, что есть такая республика. Отношение к республике очень хорошее. Здесь в республике отношение очень хорошее. Мы бы хотели и подводную лодку назвать. Или Дагестан, или Махачкала. Я думаю, что мы добьемся и этого. Потому что... потому что это будет правильно. А потому что столько героев у вас. Столько героев. Это вызывает восхищение, уважение вас как людей. Как, я не буду говорить россиян, слово мне не очень нравится. Как российских граждан, как дагестанцев, как представителей такого, такой республики. Вот зачем говорить? Вы же вспомните, когда представлял Васильева президент страны Путин. Что он сказал о республике? Вы все слышали? Я думаю, все слышали. Вот красноречивее этих слов больше быть не может, этим надо гордиться. Этим мы будем гордиться, потому что Дагестан находится, занимает стратегическое положение для России. Поэтому и такое отношение. И люди здесь такие, которым можно доверять, и которые во время войны своими подвигами доказали, что они защищали вот нашу родину, тогда Советский Союз, а сейчас они живут и служат России. Я поздравляю вас с праздником, 110-летием дня рождения, со дня рождения Магомеда Гаджиева. Я желаю, чтобы ваши дети выросли смелыми, храбрыми, умными, уважали и любили своих родителей и, конечно, родину, чтобы все у вас было прекрасно. Присутствует наш очень добрый гунибский друг, генеральный директор завода имени Магомеда Гаджиева. Это тот коллектив, который поставляет свою продукцию на подводный флот. Не будем говорить, что какую продукцию. Я хочу приветствовать здесь Абдулагаба Яхьяевича, генерального директора нашего завода Магомеда Гаджиева, предоставит вам слово. Спасибо. Давлатович, дорогие гунибцы, жители Гунибского района, мегепцы,
Вам салам от Краснознаменного ордена Трудового Красного Знамени завода имени Магомеда Гаджиева. Мы сохранили наш завод, да, мы поставляем продукцию на строящиеся военные гражданские корабли, освоили новую продукцию в связи с конверсией военного производства. У нас также чтят имя Магомеда Гаджиева. И вообще мы проиграть экономическую битву на территории России и Дагестана не имели права, имея имя имени Магомеда Гаджиева завод. Поэтому удалось нашему коллективу сохранить коллектив. Есть ветераны, которые трудятся, хранят память о братьях Магомеда Гаджиева, которые трудились на заводе Гаджиева. Это Курбан Гаджиев, слесарь-разметчик цеха номер 18, мастер спорта по альпинизму. Это Альберт Имадуддинович Гаджиев, контр-адмирал. Он был посадим секретарем парткома нашего предприятия. Есть музей на заводе Гаджиева. Объясняем молодым, которые приходят к нам устраиваться на работу. Чтим память. Так же, как мои братья-коллеги, Валерий Ашотович, остальные выступающие, капитан первого ранга, Саша, я вас поздравляю со 110-летним юбилеем, со дня рождения Магомеда Гаджиева. Дай Аллах, чтобы вот эти дети продолжили вот эти традиции, чтобы было кому защищать, чтобы вообще Россия, Дагестан всегда были вместе рядом во всех трудностях, чтобы и хорошая экономика была у нас. Спасибо. Друзья мои, сегодня здесь рядом со мной присутствует продолжатель рода Гаджиевых, прямые потомки Магомеда Гаджиева, его братьев, сестер, сын Кулача Гаджиева, Валерий Булачевич. Я хочу ему слово предоставить. Привет, вам слово, пожалуйста. Салам алейкум, дорогие гудипцы. Алейкум салам. Я вас приветствую на такой, такая погода. Кругом дождь, в Махачкале дождь, кругом сыро, а у вас солнце светит. Я же, на самом деле, наш район, на самом деле, очень мощный район. И поэтому я желаю, чтобы всегда здесь все процветало, чтобы люди делали только хорошее, чтобы всегда добро несли в народ. Если несут в народ добро, это отражается и на нашем государстве. И мы будем жить очень сильно и дружно. Много говорить не буду. Мы даргинцы считаемся, мегепцы. Но мы все даргинцы, но дунвугу бихинчимару. Друзья мои, сегодня мне очень приятно представлять сегодня исполняющую обязанности директора Дагестанского научного центра Российской академии наук, нашего земляка, мегепца, племянника Магомеда Гаджиева, Сиражина Муртазалиевича. Мне очень приятно вновь быть на родной гунипской земле, тем более здесь наша рядом, вы все знаете, академическое учреждение, горный ботанический сад Дагестанского научного центра Российской академии наук. Мой брат говорил про сегодняшнюю солнечную погоду, но наши, наверное, гости не знают, что Гунип – это самое солнечное место в Дагестане и на Кавказе. Знаем. Больше всего солнечных дней бывает здесь. Поэтому здесь и люди такие солнечные. Вот. И я хочу, чтобы в ваших домах было больше света, больше тепла, больше солнца. Баракат вашему дому. Спасибо вам всем. Спасибо нашим героям. А мы будем продолжатели их славных дел. Аминь Аллах. Друзья мои, учитывая, что сегодня очень много мероприятий, сегодня здесь в Гунибе, Мегебе. Поэтому разрешите мне еще раз от вашего имени поприветствовать наших друзей, делегацию Мурманской области на нашей гунибской земле. И в свою очередь от наших гостей поблагодарить за этот прием наш, который всегда он такой бывает, теплый, значит, душевный. И выразить вам благодарность от имени всей делегации. Да, Семен Михайлович. Баркала. Эль
ихасхасилас, халат алсанас, нишлее саламчун, роржунель руго, хешиниш баш манаго. Хадуб Галбал Кабул Гаруна Гуниб Райт Централ Дабугеб Краеведческий музейлди. Хениб Галбадири Дебихи Забуна Мухаммад Хажиева Снуселда Анцко Сунд Убайлда Бан Хадурараб Выставка. Бат и бат ел номер алгундан дитара за цири ракхана в школах Луцалдокхаби. Магомед Имадудинович был благородным воином. Его пылкое сердце было полно нежной любви к своей родине и неутомимой ненависти к ее заклятым врагам, фашистским варварам. Гаджиев горячо любил жизнь и потому презирал смерть. Магомед Гаджиев, горец, Дагестана храбрый сын, командир, североморец. Имена Гаджиев, Лунин в списке флота внесены. Воин взрослый, школьник юный, чтят героев той войны. Память вечная, герои! Память вечная, герои! Не забудет вас народ! Идут стеной, красиво дедовствой, и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой, служить России суждено тебе и мне. Служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синее. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верой и правдой служить России. Молодцы. Тикрахяда да горшан хвадулим, рагу гамахю командидилан. Дидецар раана маару ясу, бахараб ленинил, ордин босарав. Мухаммад Хажиев, хакав бахадур, дур хунар кидагог очон тиларо, дур леба хияхе, дур хуал кияхе, нижеца кидагог, кулула бутру. Прошу оставить автограф нашему молодому поколению. Хириал Маарулал Мухаммад Хажиева Сулват Ан Мухюб Росул Тадбир Араб Куца Тухнужралахи Зебегула Бач Униб Хамис Хояш Ан Кабилеб Декабраш Хомихлик. Сарортана цакулук хангу, юрул химе колел чундури хигун, хезу чурхтол дидарак алдешола. Рук ана чаи, чабхитт упарал хелт ирилал васал,
халкру съезды балагаровку, изу кариди дарак алдышшова. Рук она чаи, чирак халкинигин свана иргадал, свабзазу хбалагун, цаяк хбалагун, изу бирал дидарак алдышшова. Рук она чаи, рагатса, ругнатса, мехатса она. Муйрул ицулхарал кунил рихигун, хезул кисмат дидарак алдышшола. Рук она чаи, чилхидал сангарак сук аралугбал, берцинал шина зулгунил хулаби, хайранал ицаста, чуараб хагаб цир. Хайбат алгут бузулгун унипт амах, гул адал хареги ханжи сельхимал. Халпанаял кучтул ахули михал, кидогу дидагул рак алдышшола. Дуни голгун луку, голдунгун хечо, горехун аразда нихри хулару. Дун гозукхи ина, гозда цадак дун, цо цу гудуласта рак алдышшола.